У нас сегодня будет супер челлендж. Как называется? Три маркера! Да, три маркера. Девчонки, мы хотим такой челлендж. Три маркера. Мы смотрели у тех. Естественно, мы тоже посмотрели, естественно, мы тоже повторили. Да. Поэтому вам сейчас будет нечего писать в комментариях. Ах, вы повторили. Да, мы повторили. Мы не повторили, просто это прикольная штука. Мы тоже решили сделать. И все. Вот. Конечно же, все хотят делать что-то прикольное. Да, и сделаем его по-своему. Да, мы не знаем, что нам делать. И мы... Вот мы смотрим, и человек как-то идет. Человек-банан. Она, кстати, ест банан. И сидит. Вот у нее внутри там в этой штуке банан. Вкусненько ей видать. Так, ну что, девчонки, вы готовы? Ну, конечно. Давай. А какие правила? Вы же смотрели, какие правила. И будет мисочка с фломастером. Мы закрываем глаза, мешаем. Выбираем три маркера. Потом нам дают рисунок. Ну, и сначала или потом дают рисунок. Сразу три маркера в руки? Только три маркера. Да, закрытыми глазками. Мы должны зарисовать вот этот весь рисунок. Только этими тремя маркерами. Больше не брать. Да. И потом мы зрители проголосуют. То есть зрители будут нашими судьями, да? То есть мы выставляем и говорим. Сколько у нас будет раунд? Голосуйте. А папа три раунда. Челленджа. Три раунда. Три рисунка будет. Да. Значит, вот, допустим, первый раунд так пишет Николь или Алиса. Зрители, вы в комментариях, ваша задача будет написать, например, первый раунд там Николь, предположим, выиграла, второй раунд, например, мама, третий раунд Алиса, а четвертый раунд Ева. Карандаши. Так, хотите сначала карандаши? Ну все, давай. Все же давай. Карандаши. Целая куча всего. И еще карандаши. Слушайте, ну у нас здесь есть фломики, есть карандашики, есть... Как эти штуки называются по-русски? Как мелки такие получаются. Да, как мелки, короче. Мы это штучки давайте тогда смешаем в одной... Как выбираем? Я, например, хотела бы вот этими рисовать. Слушайте, там челлендж называется три маркера. То есть надо именно маркерами рисовать? Нет, не обязательно. Рисуйте чем хотите. Тогда давайте сбрасывайте все в одну коробочку. Перемешивайте. Да. Может вам вообще прям миску дать под это, а то в коробке они там слоями. Да, давай миску. Давай большую миску вам дам. Прикольно. А нарисовать можно сколько угодно или на время? Нет, сколько угодно. На время. Да, 3 секунды всего и все. Не, ну да, надо определиться, то есть торопиться или не торопиться. Не торопиться. Должно, короче, быть красиво, чтобы мы интересно сделали. Даже будет это вердикт, да? Давайте, пересыпайте. Ну, конечно, большие фломастеры вообще все за... Вот так вот, во! Какая мешанинка получается. Мы что, сначала смотрим рисунки, потом выбираем? Или сначала выбираем, а потом смотрим рисунки? Или у нас будут свои правила? Так, сейчас я вам даю рисунки, а потом выбираем маркеры. Чик. Это Snow Angel. Чик. Это кто? Snow Angel. Ну это же волк. Snow Angel. Это снежный ангел. У нее там розовый есть, белый и синий. Отлично. А попадется какой угодно, да? Да, попасться можно. За масочку. Так, кто первый? Кто первый? Я! Можно как по старшинству. Можно, тогда Алиса начинает. Она самая старшая. Чей канал? Ну тогда несправедливо, Ева самая старшая. Так, Николь, закрывай хорошенько глаза. Прям хорошенько, мешай, прям мешай. Прям там давай, конкретно, давай, да, да. Давай. Вот этот. Его не теряй. Отлично, отлично. Прям снежный ангел такой. Два зеленых, один зеленый. Покажи поближе. Три, причем я хочу сказать, что желтый — это тоже составляющая зеленого, если смешать. Круто, а даже не желтый, а коричневый какой-то. Оранжевый. Такой желто-коричнево-оранжевый. Алиска, одевай масочку. Я? Да. Чего? Только ты не жмакай листочек, нам же потом еще... Так, давайте, Алиска, выбирай. Алиса, давай, Алиса. Давай, сейчас один выбирай. Выбирай. Какой-нибудь один желтый. Следующий. Так, жмакай туда, прям запускай руки хорошо туда внутрь. Посмотрите, как вот Ева, она тоже так еще тоже рвется.
Вот этот. Хороший цвет. А ну-ка, что досталось Алиске? Открывай глаза. Ну, по крайней мере, хотя бы немножко такие разнообразные. Круто. Алис, покажи цвета поближе. Фиолетовый, зеленый, красненький такой, да. Так. Мама, давай. Я хочу вот эти. Как же они называются? А я так понимаю, пока я тут спрашиваю 150 раз, ребята уже 15 раз написали, как они. Ты ими будешь рисовать, да? Да, я хочу. Я люблю больше такие штуки. Окей, открывай глаза. Да ладно, вы вообще видели нарисовать же ангела черным, желтым и красным. Это бордовый или? Бордовый, коричневый, терракот, короче. Ну, давайте будем пробовать. Я готова. Ой-ой-ой-ой. Так, готовы начинать? Главное, чтобы уж это красиво было. Да, ну главное, чтобы было красиво. Так, начинаем. Окей, волосики у меня будут желтенькие. Ой, еще и нифига не видно. Давайте, давайте. У кого лучше получится? Лолы, лолы, сколько можно? Лолы, 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 лолы. А в остальных видео девочки тоже все лолы рисовали или других персонажей каких-то? Там были лолы, Маритон Пони. А, разных персонажей, да? Но все равно Лолов обязательно, я смотрю, все рисуют. Я видела это вот... Это очень сложно, потому что на канале, где такая девочка, она, по-моему, из Британии, девочка темненькая, такая кучерявая. И папа у нее там такой веселый. Веселый папа, не то, что наш. Да! Наш папа грустный. Да нет, он такой же, как и ты. Он там такой крикливый все время. Такое слышно. Причем у них такой британский акцент, что я не всегда понимаю, что они говорят по-английски. Так, давайте смотреть, что там кто рисует. Она мне такая блонда прям получается. Так, мама схватилась за желтый сразу. Знаешь, у меня выбор большой. Николь, молодец, сразу зеленые глаза сделала, большие и ушки рисует, теперь зеленые какие-то маленькие. Алиса, ты так аккуратно все рисуешь, да? Я, слушайте, зря взялась за этот карандашик. Он, во-первых, стирается очень быстро. Алиса, сразу что, ты пояс рисуешь? Какому смысле, что разрезаешь? Я одежду рисую. Ты одежду рисуешь? Это курточка. Он не остренький, он так некрасиво калякает. Ну, ты же хотела. Юбочка у меня тут вся такая, бедная моя девочка. Ну ладно, мы сейчас ей как-то придадим. А Ева наблюдает такая, так, да что ж происходит, да? Достаточно, что так, симпатично. Все, я надеюсь, Витя проголосует за маму, потому что вот мама такого будет... Такого цвета, видишь, у меня другой цвет. Умудриться. Вася другой цвет просто, она постоянно крышки там меняла. Вот темный цвет, а крышка... Ну зеленый же, тот же? Да. Прикольненько. Так. Я уже почти заканчиваю. Да? Вот а что у меня выбор? Я, может быть, оставлю вот почти как... Алиса тоже уже почти заканчивает. Она одну полоску нарисовала на этом, на куртке. И начинает глаза уже делать. Давайте, давайте. Так, мама там уже заканчивает. У меня вообще выбор небольшой. А у нас есть точилочки? У меня же карандаш точился. Все пропало. Есть точилочка. Ё, заканчивайте уже. Хватит. Его заинтересовало. Что происходит? А дай, пожалуйста, салфетку, я подачу карандаш. Да, красиво получается. Дай, пожалуйста, салфетку. Да, у тебя тоже красиво получается. У тебя только вот эти вот края, только это чуть мимо этими штучками. Она у меня, как называются вот эти ребята, которые грустняшки все в черном одеваются, боты. Карандашики. А у нас будет, ну, типа... Сюрприза. Сюрприза какого-нибудь. Но ты приготовила? Кто выиграл? А смысл вообще тогда челленджа? Вообще кто-нибудь... Так, выиграл? Выигрывает вообще-то папа. Смысл челленджа умудриться, короче, сделать красиво из того, что предлагают. Я теперь поняла. Смотри, как я глаза делала вообще. Надо стараться произвести впечатление на зрителей. Говорить им всякие приятные. Смотрите, как Алиска придумала. Глаза. Ты шалишь. Ты видишь, да? Я бы не догадалась, кстати. Вот я сейчас тоже так попробую сделать. Смотрите, как она делает вообще. А я уже зеленая. Элис, ты прям даешь вообще. Да, Алиса у нас, наверное, вырастет. Скорее всего, будет каким-то великим дизайнером. Она иногда такие идеи в голову приходят. Совмещение цветов, одежды. Просто круто.
Я должна всю разукрасить или могу кусочек беленького оставить? Конечно. Ну, типа, мне нужно для хотя бы чуть-чуть как-то так, чтобы как-то оно оттеняло. Смотрите, как у меня один глаз. Слушайте, Алиса, как ты это... Как ты так догадалась? Ребята, представьте, ей всего 5 лет, и она вот так видит. И она видит это так прикольно. То есть, ну, так рисуют мультяшки вот, вот какие-то прикольные. Мам, и она сама это придумывает. Мам, смотри, мам, уберешь. Я прям за Алисой хочу повторить, как она делала. Вот видите, а в чем смысл вообще, когда ты видишь у кого-то как-то, и тебя это очень вдохновляет сделать тоже, ну потому что реально это клево, правда, и хочется вот повторять. А все кричат там по поводу повторений, мы же все хотим что-то классное тоже попробовать сделать. Это круто. Я уже 100 лет не рисовала. Что прочее. А у меня ну, как больной кролик получается с красными глазами. Кстати, у тебя тоже хорошо получается. У тебя как из аниме из какого-то. Грустняш такой. Да. Я уже, между прочим, нарисовала. Я свой рисуночек закрываю. У меня на Новый год. Чтобы никто не подглядывал. Давайте, дорисовывайте. Я еще долго подрисовала. Сколько? 19 минут. То есть минутка она уже при 20 порисовала. Раз, два, три. Вау. Оу, крутецкий крутяк. Так, давайте пройдемся. Посмотрите, какая. Давайте еще каждый будет описывать. Да. Вот моя девочка, у нее такой стиль красно-серый. Видите, какие у нее колготочки в сеточку красивые? Прям в сетку круть. Да, да. Обалдеть. Да. Молодец, да. Мама, ты молодец. Голосуйте за меня, голосуйте за меня. Так, следующая Николь. Моя новогодняя, она в юбочке идет на елку. Вау, вообще очень красивая. Слушай, она такая яркая, вообще зелено-оранжевая. Вообще круть, просто круть, круть, круть. Так, Алиска. Ее зовут Анжела. Анжела? Алиска. Моя новая... Ну, она паутина, она радужная газета еще. Слушай, вообще, Алиса, у тебя тоже очень крутецкая. И паук. У Алисы очень оригинально раскрашенная кукла, прям с паутиной. И тоже новогодняя. Так, давайте поднимайте еще раз их. Давайте присядем, садись. Потому что я очень переживаю, когда Алиса становится. Так, замрите. Ага. Зрители, голосуем. Мамина. Николь, Алиса, пишите номер один и выбирайте чья, голосуйте. Почему номер один? Ну, у нас первый раунд. Первый раунд. Раунд. Да, пишите первый раунд и пишите, за кого вы голосуете. Ева, где твой рисунок? Ева. Ева. Тихо. Вот он. Она что там? Ее глаз один закрыл. Ну что, что происходит? Что вот там? Он. Что такое? Она сейчас съест ее. Так, ну что, вы готовы к следующему заданию? Да. Итак, номер два. Откладывайте эти рисунки. И сейчас будете получать следующее. Я первый задел. Давай. Все, вы готовы? Да. Надеемся, не так все сложно будет и много деталей. Будет все очень круто. Раз, два, три. Ну это, мне кажется, проще, это много. Ну да, тут главное, тела много, но деталей не так много. Покажите, кто там вам достался. Это младшая сестра, а куча таких вот с такими волосами. Ну это эти Лили, ой. Дженна Битс. Лил Систер, которая... Да, это Лил Систер. Фадди Битс. Я не знаю, как ее назвать. Да, назовем ее Маша. Но хоть не так много деталей, мы с этим заданием справимся быстрее. Так, ну что, готовы? Ага. Масочка. Так, масочка, сейчас Алиса. Масочка. Маска. Алиска, маска одевай. Маска за маска. Так. Давай. Давай. Так, Алиска выбирает. Выбирай. Давай, давай, ройся, давай. Ройся, ройся, копайся, потому что сверху то же самое валяется. Раз. Давай, два. Два, молодец. Ну, Алис. Выбирай. Нет, бери большие тоже. Большими тоже хорошо рисовать эти толстенькие. Бери какой-нибудь толстенький. Все, Алиса достала. Молодец. Хорошо, может, открывай. Открывай, какого цвета? Еее! Смотри,
смотрите, какие яркие. Коричневый, синий. Фламандыш может быть очень даже загорелым. И оранжевым. Яу-яу-яу. Так, Ева что-то там возмущается. Так, Ева Николь. Давай. Да, Ева вообще заинтересовалась этим процессом. Она такая, что происходит? Раз. Не знаю, мам, попробуй. Пил! Нет. А от чего это? Это, может, натиралочка какая-то или что? Почему нет? Раз. Да. Давай, давай еще. Вот, вот этот отлично. И вот этот. Супер. Так, давайте посмотрим, что там. Хорошица. Никольна выбирала. Хорошица. Синий. При этом это не розовый, это такой. Да? И какой-то фиолетово-розовый. Так, теперь я. Еще я как всегда хочу карандашики какие-нибудь. Давай. Они такие мягенькие, много зарисовывают. Так, только я хочу, которые вот остренькие. Раз. Два. И три. Выбрала? Да. Супер, покажи нам. Да что же это такое? Слушайте, два синих и один черный. Синий. Вообще, ну нечестно. Прям я не знаю. Вот это у тебя малыш будет. Прости, малыш. Да. Спасибо, любимая, спасибо. Ну что, мы приступаем? Да, вы готовы? Да. Раз. А Ева там хочет, чтобы ей попу помыть. А я тогда вас оставляю, покажу зрителям, как вы рисуете. Да. А сам побегу заниматься делами. Мой малыш будет... Быстрее несите мне, мойте мне одно место. У нас есть такая кукла, более-менее такого цвета. Более-менее такого? Да. Прикольно. Ну, зато быстро. Сейчас мы вот закрасим его. У меня такой тоже хороший цвет. Ну, как же они называются, вот эти штуки? Знаете, он у меня вот такой вот. Темнокожий малышонок. Лицо. А у меня синие волосы будут, как блестящие. Слушай, Алиса, у нас с тобой почти одинаковые. Посмотри, у нас тоже все синее. У меня тоже синий, типа, у меня оттенок синего. У меня голубой. Я ему сделаю уши синие, вот. У меня вот синими ушами. Ну вы так быстро закончиваете. Да, зайка, все в порядке, рисуй, мы же тебя никуда не гоним. У вас просто тоненькие, мелкие. Я почему эти люблю? Они быстро закрашивают. Ты вот каляку-маляку сделаешь. Нет, так целом у нас нормально, просто у меня такое. Загадка века у меня. Какого же цвета сделать волосы? Какого цвета Кстати, сделать волосы? Кстати, а у одной есть они такие белые вообще. А что, тут можно и так оставлять в этом челлендже? Да. Синим сделать или синим сделать? Хорошо, когда выбор небольшой. Вот у меня выбор небольшой, и вот сильно не надо творчество включать. Быстренько раз. Что-нибудь на поляку. А включается очень сильно творчество. Ну, надо даже использовать эти все цвета. Ну что, девчонки, вы закончили? Да. Готовы ваши пупсы? Да. На раз, два, три открываем. Раз, два, три. Вау! Вау, да они у вас такие разные! Слушай, вообще разные получились. Да. Так, мама, как ты выкрутилась из твоих цветов? Слушай, легко. Вообще очень круто. У тебя пуп с голубыми глазами. Да. Очень прикольно. А у меня голубо-черные глаза. Да, у Николь с синими волосами. Круто. Алиска, а у тебя пупс мега загорелый, да? Это мне мама и Николь помогала. Помогали тебе Потому немножко, что да? Потому я такую кашечку сделала. Я могу даже показать. Так, Алиса спалила контору. Ну давай, показывай. Вот она. Ой-ой-ой-ой-ой. Мы рисовали все, а у Алисы тоненький фломастер, и она не успевала. И мы теперь тоненький фломастер не будем выбирать. Ну да, ну ничего страшного. Давай, Алиска, показывай ту работу. Тоненький фломастер, он так думает. Показывай работу. Да. Давайте, Николь, тоже показывай. И замрите. Замрите. Не, Алиса, опусти ниже. Вот так вот, да. Замрите. Зрители, вам нужно выбрать сейчас вариант. Это у нас что? Это этап 2, да? Второй раунд. Второй раунд у нас. Раз, два, три. Кого выбираете? Да. Зрители, определяйтесь. Пишите. Пишите в комментариях. А мы начинаем третий раунд. Мы ждем.
Третье задание. Раунд номер три. Готовы? Это такое задание, все такое творческое. Я прям вообще в шоке. Да. Мы справляемся с ним. Круто. Поехали. Это мы сегодня, нам досталось. Нет, у нас не такой был. У нас был кролик-крейпер. Да, но он стоял, это... Кролик-крейпер? Вот так, и он, это... Давайте показывайте, что он там достал. У нее розовые волосы, она оранжевая, у нее желтая. Это она, да? Крольчиха. Да, здесь нету мальчиков в питомце. Ну, да что такое, нету мальчиков. Мы быстро справимся с заданием. Так, давайте быстро. Ты хочешь играть в новый только мальчика? Да. Я очень надеюсь, что я выберу тебя. Так, теперь мама выбирает, давай. Там розовый, оранжевый. Я хочу яркий в этот раз, что-то мне как-то надоело, не яркие. Давай. Папа, теперь ты пойдем. Не-не, я сама хочу. Я... Давайте, чтобы было интересно, сейчас да, мама? Сейчас я выберу опять свои эти восковые карандашики. Один. Давай. Вы уже там смеетесь, еще. Да, что мне опять попались какие-нибудь? Давай еще вот выбирай. Так, где кончики? Так, сейчас мама... Выберет самые лучшие вот. Карандашики. Ура! Белый! Ребята, это вообще... Нет, зеленый и фиолетовый зато у тебя есть. Ну класс вообще, выбор. Ты там держалась, кстати, за оранжевый. Как я так умудряюсь? Ты зеленый, чуть два зеленых. Да. Что мне... Да? Да. Хорошо, что белый достался. Еще и белый вытащила, да. Окей, следующий. Так, давай, Николь. Что достанется, Николь? Николь достанется сейчас. Это супер яркий. Давай, супер яркий. Так. Здесь есть кончик. Ну, не, он да. такой. Ну там но... можно бумажечку, если убрать нормально, но. Ну да, он не Николь, так, Николь, бери вот этот, он очень красивый. Вот тот, который ты просила. Так, Алиска, все, не помогай. Все. Тебе глаза закрывать. Так, пусть Николь дальше сама выбирает. Так, все, я тебя закрыла глазки. Так, Николь, давай, выбирай. Посмотри на тот, который ты хотела. Давай. О! Да, это похоже на карандашик, все правильно. С кончиком. Угу. Так, давай третий. Слушай, ну хватит. Третий. Давай, какой будет третий? О, отличные цвета. Да? Покажи, какая. Так, а ну показывай. Правда, два розовых. Розовый, красный и желтый. Да. Круто. Так, теперь Алиска, передавай маску Алисе. Алиса, давай, ты выбираешь три штуки. Давай, выбери самое модное. Выбирай карандашики, мы тебе подскажем такие, чтобы толстенькие были, чтобы тебе легче было рисовать. Давай. Давай. Вниз посмотри, потому что чуть видно. Измазь. Все, давай, третий лист, давай. Супер. Ну-ка. Давай. Какие? Два желтых и такой модно-розовый. Так, ну что, девчонки, вы готовы? Давайте, приступаем. Так, ну окей. Какие карандаши достались. Черный, так, все, мама схватила зеленый, сразу ушки пошли зеленые. Да. Так, что у девчонок там? Алиска пробует свои желтые разрисовывать. Ой, Николь тоже за желтый сразу схватилась. Давайте, девчонки. Вы можете? Угу. Вау, у тебя такой красивый цвет прям. Ага, у меня даже не совсем зеленый, он изумрудный, что ли. Да. А нет, бирюзовый, я бы даже сказала. Бирюзовый зайка будет. Да-да-да-да! Девчонки, вы справились? Да. Ну, конечно. С заданием? Да. Раз, два, три. Вау! Да, она такая. Да. Получилось очень ярко и круто. Слушайте, это самая яркая, наверное, получилась у вас. Вы молодцы. Ну, так, друзья, голосуем. Третий раунд за маму, за Николь или за Алису. Выставляйте свои оценочки. Так, а я покажу поближе. Так, это мамин. Угу. Зайчёныш красивый такой, симпатичный заяц у Никольки.
и мега-классный заяц у Алисы. Угу. Молодцы. Ваши зайчики, кстати, почти похожие. Да. И что, мы закончили, что ли? Да, да. Все. Зрители голосуют, а что и в все. Видео? А у других что? Просто конец. Я не согласна на просто конец. Я вообще редко участвую. Я хочу не просто голосование, я хочу вообще я за хочу то, приз. Что я тоже за то, что я круто так нарисовала. Я хочу приз. Я тоже. Так, призы не были запланированы вообще-то. Ничего подобного. Давай нам приз. Я считаю, что так, ну, я ладно. Хочу вознаграждение за свои труды. Может давай. Быть, орешки? Придумывай. Нет, давай придумывай. Ананас? Придумывай нам призы. Ладно, подождите тогда 2 секунды. Так, я придумал. Вы готовы? Да. Вау! Это же моя куколка! Это же моя куколка! Это куколка для меня, для меня, для она меня. Она очень на тебя похожа. Ну да. Смотрите. Смотрите, одно лицо. Смотрите, одно лицо. И что, я могу ее сейчас распаковать? Да. Так, ну я тут понимаю, мы, короче, это все распаковывать не будем. Это потому что отдельный видос, это реально очень много. А что там? Там еще аксессуары, да? Да, а, давайте да? посмотрим, что здесь. Ну хотя бы чуть-чуть что-то откроем. Чуть-чуть. Ну подожди, это я поняла. Ну покажите, вы же покажете стоп. Зрителям что-то. Так, давайте пока вы, девочки, будете показывать, я ее сейчас открою. Так, мама открывает это такое деревце, которое да, ты ставишь, оно типа у дерева стоит. Это когда она идет гулять, там, себе строить палатку. Покажи, что там вот есть, это. Давай. Так, это... да, вижу, ага. Ага, что там такое? Что? Это столик! Вау, это столик! Мы откроем одну маленькую, я вам так уж и быть разрешу. Открыть аксессуарчики вот эти вот. Здесь у нее есть очень волшебная палка. Я считаю, что это у нее волшебная палка. Там у нас червячком. А что еще есть? Вот эта подставочка, там маленькая. Вот еще что есть, я не знаю, показывайте. Да, но, это мы откроем. Но это вот прям про нас. Камера на штативе. Набор блогера. Да, это наш набор блогера. Теперь у меня тоже есть своя куколка, между прочим. Зовут ее Света, познакомьтесь. Кстати, девочки, вот эти сапожки, и мальчики, почему нет, вот эти сапожки продаются на взрослых, они прозрачные полностью, а чтобы они были вот такие же, там ну, для девочек носочки, и ты реально меняешь какие у тебя цветные, вот божью яркие, коровку, да, да, они становятся. Одеваешь, получается, носки, и да. В зависимости от носков у тебя получаются такие сапожки. Да, посмотрите, какая она красивенькая у меня. Очень симпатяшка такая. Да, Света, это... Света да, номер два. Сирия, это Сирия маленьких кукол. Вот у девочек, у них большие куколки прям такие. А эта Сирия, они чуть поменьше ростом. Такая с веснушкой. Наверное. Да, вот эта штучка снимается. Есть, конечно, и одежонка вот на взрослых такая же. Мне эта фирма, я вообще от нее в таком восторге нахожусь, American Girl. Я уже говорила неоднократно, насколько здесь все так качественно сделано. Да, слушайте, вот эти вещички, которые на кукол, они такого высочайшего качества, особенно там то, что кожаное, прям вообще как просто как настоящее. На ну, вот, ну там есть, но ничего не видно. Нет, да, да. Подожди. Так, как же мне тебя достать? Мне что, прям сюда можно так, откройте палку с этим самым, фото, с червяком. Есть фото, которое потом можно там вытаскивать, типа из фотоаппарата. Вот. Вылезла фоточка. Это был такой фотоаппарат, он назывался... Полароид. Ну, кстати, сейчас они опять появились. Чик-чик-чик. Мгновенные фото. Да, и вылазит там фоточка. А там еще в гараже для этой куколки такая есть большая огромная штука. Огромная гостиница. И вот я уже говорила о том, что гостиница в смысле гостиница? В самом прямом, самая настоящая гостишка. Вы его посмотрите, вы там просто будете в шоке, просто смотри, в шоке. Отель, номер отеля, да. Смотрите, вот такая подставочка, вот она будет теперь ровненько у меня стоять. А где ты ее поставишь? У тебя в комнате. Девчонок вообще не беспощадно, все поразбрасывали.
вот я в следующем доме, который у нас будет, у меня будет отдельная комната для кукол. Я буду уже потом старушкой, будет мои внуки приезжать, а у бабушки будет целая комната этих кукол American Girl. Скажи, это ваши мамы играли, попортили все. А мы не будем эту куклу портить? Да. Этого мама не даст портить. Так, у нее надо сзади отрезать бирочку. Да, вот она, моя волшебная палка. Смотрите, вы только посмотрите. Вы только гляньте, какая палка. На палке на самом деле сидит червяк на конце. На конце палочки. Это не червяк, это вот эта гусеница из «Алисы в стране чудес», которая вот эта большая, давала там ценные советы. Дай мне, пожалуйста, это. Да подожди, может, на поясочке лучше? А ну так тоже хорошо. Почему я зову Цвета? Потому что это я маленькая. Это моя девочка маленькая, Света. Это которая живет внутри меня. Вот, вот она вот так выглядит. Вот так выглядит. Смотри, какая она улыбчивая. Какая она красивая. Красивая, улыбчивая. Веснушка вся такая. Похоже. Вот, на этой прекрасной ноте мы завершаем этот прекраснейший челлендж. Творческий. Три марки челлендж он назывался. Это мы откроем позже, но в другом видео. В ближайшее время, да. Ребята, да, это будет выходить влогово, это будет выходить на канале Николь. Я так думаю, в течение недели, может, парочку выйдет, либо туда ближе к выходным. Я уже говорила о том, что папа у нас уедет на длительный срок, и мы будем дома тусячить. Куда уедет? Куда? В Сан-Хосе? В Сан-Хосе, да. Сан-Хосе, это... А на сколько? Рядом Сан-Франциско город. Больше, чем на неделю, наверное, рядом Сан-Франциско. В Силиконовую долину. В Силиконовую долину папа едет. Да. И мы остаемся дома и будем тусячить вот с куклами. К нам будут приходить девчонки. Должны жить, один мы тоже будем тусячить. Запасемся продуктами, потому что моя Тесла еще не скоро ко мне приедет. Ну, у нас есть Uber, на котором мы будем ездить, если что, куда-нибудь кушать. Да. Вот, вот так вот. И... Скажите пароль. До завтра, Николь! Пока-п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